Всем доброе утро. Мы все в приготовлениях. Сейчас сделаю видео о новых правилах провоза багажа в плане манго. Вот такие сеточки. Ну, вы, наверное, знаете, на базаре они стоят доллар. Ну, чуть-чуть больше доллара. Так, что тут? Возьмите с собой на всякий случай бумагу или газету, чтобы каждое манго так обернуть. Я это помню по прошлому приезду. Манго килограмм вот такого желтого стоит 25 тысяч донгов, чуть больше доллара. Так, кто летит через Москву? Мы летели Азур Air. Провоз багажа 20 килограмм. Ручная кладь 5 килограмм. Если вы летите обратно, во Вьетнаме теперь так. Провоз только в корзинке 5 килограмм, который не учитывается, не плюсуется к вашему багажу. Мы купили здесь пленку. Обмотать, чем-нибудь пометить, чтобы потом встретить. Потому что все корзинки одинаковые, только разных цветов. 5 килограмм, и вы сдаете это именно в багаж. С собой в самолет вы не берете. Так, сейчас покажу еще одно манго. Оно оказалось настолько вкусным и сочным, что мало ли кто не знает. Оно очень похоже на балийское. Оно темно-зеленого изумрудного цвета. Такое манго стоит килограмм 30 тысяч. $1,5 килограмм. И есть... Это тоже зеленые. Сейчас. А, вот оно. Вот такое красное манго. Тоже очень вкусное. Но самое вкусное это зеленое, изумрудное. Так что обратно. Корзинка. 5 килограмм в багаж. И 5 ручная кладь, и у кого какие, кто летит, какие нормы провоза. Вот Азур летит, ну, говорю, 20 килограмм, но я летела из Москвы. Так, что я хотела сказать. Сейчас сниму обзор, что я купила, уже докупила напоследок, потому что сегодня в ночь улетаем.